пляж, да? Сережа намочил ноги. Даня! Кулич. Ой, кулич. Куличик, я думаю, что чудаки от страха. Вот, все, погнали. Тут высоковато. Да. Ну вон там перелазили. Вон, дети. Или вот. Да вы шо, мы все. Папуль, давайте помогу. Вечно. Вот с другой стороны от моря здесь находится что-то такое вот интересное. Не знаю, что это. Это не залив, да? Да нет, просто какая-то лужа соляная. Да. Это просто волна до сюда шла и все. В общем, конечно, купаться в таком море мы не будем. Да нет, это вообще опасно. Да. Ну и ветер такой. Там, ну, берега, конечно, можно, но какой... Прикол у берега, ты не будешь как бы плавать, а просто тебя волны будут все время накрывать. А они в палатках живут, палатки не уносят? Ну, вот, кстати, люди в палатках, кстати, крепят, вон как море бушует, даже отсюда видно. Да, море бушует сильно. Бушует. Интересно, когда же это закончится? Завтра тоже ветер обещают 9, а сегодня тоже 9. Да ты что? Значит, получается, что и завтра такая же будет. Блин, мы вообще приехали покупаться или как? Так, ну вот здесь что-то... Первый день, конечно, была вода чудесная, нам повезло первый день. Второй тоже. Да. Какая-то лужица. Но третий тоже. Залив. Все. Ну, а мы движемся дальше в Феодосию. Значит, да, мы там погуляем, покушаем. В общем, будем гулять тогда, что делать еще? Раз купаться нельзя, будем гулять.
А там зонтики стоят, их не уносит. Они вкопаны. Ты их унесет. Кто их унесет? Он же памятник. Ми. А что, может, на волнах-то прикольно купаться? По волнам. По волнам, волнам, да? Вилла Фламинго. Проезжаем. Ну, есть такие, наверное, пансионаты, да? Mm-hmm. Домики хорошие. Вот, сейчас покажу домики. Это все отели. Астери. Развлечения, парк там, вон, аттракционов. Ну, не красные, да и говорит, они идут. Да. Отдыхающие. Чего не боятся вообще? В общем, это какая-то курортная зона. Жилье с удобствами. Недорого. Здесь тоже береговое. Такая площадочка. Мой вкус — столовое кафе. Давай Феодосии, Данюш, найдем. Да, осталось приехать чуть-чуть. Вон тоже море, море со всех сторон. Ну, не со всех, с одной, но я имею в виду, что оно там везде. Один пляж заканчивается, другой начинается. И горы. Ну, то есть красивый вид, да, сразу горы такие. Очень красиво. Российский флаг развивается. Еще одно кафе. А вот берег, фуд тоже какой-то. Въезд строго запрещен. Церквушка. Вот, кстати, столовая, бар. Мест нет свободных, кстати, вот в этом доме. Дом Артур. Флаги развиваются.
Там тоже есть Бора-Бора в Анапе, но там он выглядит совсем по-другому. Там аквапарк, да, Бора-Бора? Это мы проезжаем Береговое. Смотри, сколько кафе, да, этих гостиниц. На каждом углу кафе, кафе. Гриль-бар. Кафе Оазис. Тандыр кебаб. Вон он, Оазис. Чихана Тимур. Шашлык. Самса. Ешь что хочешь. Еще одна столовая. Еще один отельчик. Керим Хотел. Крымляндия. Ага, Крымляндия. Добро пожаловать в парк семейный. Крымляндия. А вот, кстати, Юнга пицца. Это вот все на карте, я вот это и видел, но надо было все посмотреть, как это выглядит. Подожди, не понял, так это что, это уже, это же не это. Нет, но я видела уже эти кафешки, я тоже видела на карте, я же нанесена. Я же тебе говорю, что там начиная с Прибрежного и дальше куча кафешек. Только ничего не понятно, потому что просто название. Юнга, то все. Столовая, вот Пинта, кафе-бар. Дом у моря. Жилье. Да, жилье, наверное, и... Отели здесь на любой вкус. Отель, жилье. Это Ай-Петри. Отель называется. Как гора. Ай-Петри. Смотри, как красиво, да, сделан вход. Арочка, цветочки. Не, ну так все цивильно тут. Вот сейчас заканчивается Береговое. Дальше уже начинается. Феодосия сразу. Да, Феодосия. Туда мы и едем. Здесь эти отдыхающие тормозят движение, потому что переходят дорогу. Да, шныряет туда-сюда. Как забор красивый. Вид винограда. Вот проезжаем такой странный дом. Почему-то весь расписан. И такое ощущение, что он и не достроен. Какая-то заброшенка. Не, мам, там через 3 года все они достроят. Как ты говоришь. Да. Что ты? Говори сразу, там достроят. По новой программе Путина. Да. Это просто шифр надписи. Дыре есть дельфинарий. Это не дыра, Сереж, это Феодосия.
А, столица, да? Не, ну это Феодосия, почему? Это большой город. Большой, я посмотрел большой город. Я как-то ни разу не был. Продам. Феодосия, что там, дельфинарий написано, да? Нет, это океанариум. А, ну да, и дельфинарий. И океанариум. Работает ежедневно в 12, в 3 и в 6 вечера. Ресторан. Сбоку. Ой, вот это вот так, когда вот зелень, прикольно вообще. Все завивает. Людей на остановках очень много. Отель, он уже по проводам даже зелень. Зелени, кстати, много в городе, я смотрю. Вот казачок. Пансионат Украина 1. Вы в Украине? Тоже вон кафе 24 часа в Атане. Концертный зал звездный. Я понял, где город-то? Вот, мы сейчас в него въезжаем. Вот видишь, картинная галерея Айвазовского, музей и так далее. Сейчас вот мы как раз и едем в город.